Снегоуборочные машины, тракторы, агрегаты для очистки пешеходных зон и дорожек. На площади Куйбышева представлена лишь малая часть техники, которая поможет специалистам коммунального хозяйства справиться с непогодой этой зимой. Всего в предстоящем сезоне на улице города выйдут порядка 730 единиц техники. Сейчас мы все в готовности, идет закупка противогололедных материалов, готовятся снежные площадки для приема снега, поэтому город во всеоружии. Специалистам предстоит работать не только в условиях непогоды, но и заниматься каждодневной уборкой территории города. Для этого за последние два года автопарк пополнили 82 единицы новой современной спецтехники. В числе ее преимуществ – всесезонные характеристики. Такие агрегаты работают летом, осенью и весной, меняется только оснащение. В частности, к этому сезону закупили новые илососы для откачки воды и небольшие маневренные аппараты для уборки пешеходных зон Самары. Этому будут уделять большее внимание, исходя из опыта прошлых лет. А где нужна будет тяжелая артиллерия, на сцену выйдет такая спецтехника. Проверяем машины, выстраиваемся и поехали убираться. Если снег еще пойдет, то мы еще пойдем чистить. Мы справимся, я думаю. Мы всегда справлялись, хоть какие условия не были. Переходный период заканчивается, и с 1 ноября начинается зимний сезон. Он продлится до 15 апреля. Но, как отметил специалист профильного департамента, техника сможет выйти на улицы города и раньше начала ноября. Ориентироваться будут на погодные условия. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.